Крокодил, короче, вот такое. Я говорю, не, нам не такое, а какое? Нам вот это. Это не троллинговая палка. То есть у нас не троллинговые палки, ребят. У нас они джерковые. Они у нас для... Ну, в принципе, у нас запасная масса, наверное, джерковые палки, да? Пилкерные палки какие-то такие. То есть палки, которые... Они кастинговые, быстрые, они с щупкой, с хорошей. Свонки. Ну, в то же время, да, вот они злые, с щупкой. И с маслака вон, конечно. А если щуку и сама, то можно, конечно, воду брать волжанки и хищник. Я поймал себя на мысли, то, что я тоже сразу смотрю палки. Да. Берешь троллинговую, либо она дубина, да. Фокус, да. Берет. Либо и все-таки либо шер. Так, все, по-моему. Хотя. Давайте проваливайте все. Красота? Красота. Где наша красота? А, Илюшку в краску вогнали. Это Татьяна. Да, здравствуйте. Генеральный директор компании Нельма. Нельма производит лодки, да? И вот на стенде Герман представлены сегодня две замечательные лодочки. Это новинка 2019 года. То, что я очень долго ждал, то, что многие любят, это о чем речь? Речь идет о надувном дне. Сейчас Татьяна расскажет все дело поподробнее об этой замечательной лодке. Вот, вкратце так, чтобы люди хотели услышать. Да? Качество, какие-то секреты, как это все, к чему, как это все ну, родилась эта идея, скажем так, откуда черпанулась она. И вообще вот, про давление. Вот теперь расскажи, пожалуйста. Ну, вообще хочу обратить внимание на наш интересный стенд в этом году. Вот, у нас занимало того, что сами лодки нарядные, они у нас еще и вращаются на платформе. То есть мы здесь сделали такой более вариант, как сказать, нарядный, красивый для выставки. И, соответственно, это тоже презентация нашей новой модели. 315-я лодка НДНД с небольшим тоннелем. То есть это рассчитано уже и под водометные двигатели. Перегородки у нас никаких швейных образований, то есть это все клееное. И человек не должен переживать, что перегородки могут взорваться на воде. То есть такого уже тоже не будет. Почему не будет? Ну, смотри, многие производители прошивают перегородки внутренние, когда производят НДшку, сейчас я покажу, подойдет лодка, производят, когда они прошивают и приклеивают уже к тоннелю. И в процессе эксплуатации, например, при большом накачивании, начинают нитки отрываться, и, соответственно, перегородка начинает тоже подниматься и превращаться в плоскую поверхность. То есть начинается просто расти горб, да. То есть горб. Мы постарались в своем надувном дне этого избежать. И мы сделали не швейные, а именно клееные перегородки. Это немного сложнее, сборки это сложнее тоже. Вот, соответственно, но с другой стороны, они будут более надежные, эти лодки. Вот, в данном варианте мы представили и в виде пуфов сидения, и такие же обычные опоры сидений, где стоят фанерные образования. Вот, лодка уже вам известна, это 315-я модель. А этот корпус, когда мы производили несколько лет назад, он уже был рассчитан и на панельный пол,
то есть паёльный пол, и на НДНТ. То есть форма уже, носа, уже тогда наша была? Да. Задумка уже была, потому что мы ее изначально хотели. Но мы ее когда произвели, всем понравилась форма носа. И все говорят, давайте быстрее, а так как НДшку производить очень долго, мы запустили фанерный пол. Вот, и соответственно мы ее продавали 2 сезона, она получила кучу отзывов, потому что лодка мало того, что легкая, рассчитана до 15 лошадиных сил. Это мы сейчас про 12-ю модель, конкретно для нее, да, с деревянным полом. И у нее выход на глиссер всего 1.5 секунды. Вот, мы испытали ее под разными моторами, испытали ее в разных регионах страны. А немножечко мы изменили в ней кое-какую конструкцию, и вот это вот уже был окончательный вариант. И когда появилась какая-то хорошая база по испытанию этой лодки, мы уже тогда запустили НДшку. Все. Ну, НДшку просили все многие, потому что устали собирать пол, как и ты в том числе. Очень быстро, да. Если, очень допустим, быстро. Приезжаешь на 2 дня, там, да, да, с меня на чок, то, конечно, эти полы... Не да, очень хочется, да. Здесь надуло и все. Как быстро она собирается и сколько она, скажем, сколько полкилограмма, не знаю, там, как сколько качать правильно, до какого качаем давления. Качаем полностью до упора, так как здесь никаких ниток нету, ничего нету. Качаем пока по складу, качаем ее до максимума. То есть 3000, это 3500? Да, 2500, 3, можете спокойно качать и все. То есть никаких проблем. Понятно, 3500. Ограничений здесь нет. 3500 не стоит, потому что, ну, просто-напросто. Как киль качаем? 3000, да? Да, качаем так же. Вот. То есть здесь ограничений нету, бояться не нужно. Вот. Появились новые типы сливные клапана у нас, появились такие же клапана избыточного давления тоже, новые типы. То есть это можно на лодку будет заказать. Можно все сделать, все заказать. Ну, лодки, естественно, Нельма, но на выставке мы выставляемся как Герман, потому что стоим с Германом в этот раз. Так, а данной лодки какой мотор? Мотор до 15. Размер я еще раз. 3,15, 146 ширина, диаметр борта 40. Вес? Вес у белой лодки 33 килограмма за счет того, что здесь пуфы и чуть-чуть помимо по тоньше ткань здесь стоит. Вот. А черная ткань идет более плотная, и там уже идут фанерные сиденья. То есть это 33, это 37. То есть средний вес ориентировочный. Но здесь еще в чем подвох на этих лодках? То, что здесь двойное проклеивание, то есть сам видите, для того, чтобы дизайн создать, мы делали вот 1100 на 1100, то есть 2200 толщина здесь ткани, соответственно, и вес добавляется здесь и здесь, и на полу то же самое. Вот. А стандартная расчетная величина будет где-то 33 килограмма веса. Суббота будет весить для всех, который уже пойдет на поток, 33 килограмма. Да, 32-33 килограмма расчет. Это достаточно легко. Плотность ткани. 1100. 1100. 1100. Везде. Везде. Да, но можно сказать и 950, 850, можно сказать 1100. А зачем 950? Но кто-то заказывает для облегчения, это раз, когда берут для более взрослого поколения, кому-то просто не нужно, потому что, например, чистые водоемы, там, в принципе, не нужно. Но я люблю 1100, во-первых, я ее покупаю сразу, даже вот, если посмотреть сейчас на выбор тканей, то у меня есть белая, серая, зеленая, красная, желтая, синяя и черная. То есть, в принципе, можно сказать, любое цветовое сочетание. Могут сейчас взять это все это по эксклюзивной цене? Могут. А сколько такая лодка стоит? Нет, вообще в себестоимость такие лодки вот обходятся, если считать... Нет, эксклюзивные, я думаю, все равно 3 конца надо просить. 3 конца. Ну, в общем, если так вот, если взять по-честному, сколько себестоимость, у них получается около 130-120 тысяч в работе. Ну, естественно, мы так с ними вот покупатели. Именно. Конечно, это, представляете, каждый вот квадратик это вырезали вручную. То есть это вырезали ножом, каждая девочка, там несколько человек работали над этими лодками целый месяц. Не, ну, конечно, да. Но это, вы должны понимать, что это чисто выставочные образцы, это как бы вот все люди идут. А так лодка сколько будет стоить в розницу? В розницу где-то 35-38, наверное, расчетная будет цена, но мы еще не считали. Вот, поэтому все чуть позже скажем. А если, допустим, взять размер уже, скажем, побольше для, там, не знаю, 3,80? Ну, в общем, честно сказать, смотрите, от паёльных лодок они отличаются примерно 6-8 тысяч разницы. То есть, если, допустим, известны цены паёльных лодок обычных из фанерного пола, то НДшку произвести сложнее, вот, потому что это выбор именно матраса. Да, да, все то же самое, и цвет можно выбрать, и доку заказать, все это, конечно, сделано. Днище тоже вот надувное, именно сделано без защиты, без ничего, 1100 и все, да? Да, 1100, но на самом деле, смотрите, здесь стоят небольшие брони 12-сантиметровые, киль тоже усилен, но на самом деле можно закатать полностью, бронировать, можно закатать вторым слоем ПВХ, чтобы облегчить, можно закатать специальной пленкой. Сейчас есть шершавая ребристая пленочка такая, ее покрываешь, она более надежная.
И сколько такая услуга будет стоить? Это дорого, в районе 20 стоит заказать. Да? Дорого. Есть полиурганов покрытие, есть мастика, есть специальная перерывка. Короче, вы работаете в принципе, масштабно, любые работы. Да, да, да. Это можно общаться. Закажут, да. Можно общаться. Можно делать какие-то эксклюзивные даже у вас. Можно. Да? Но эксклюзив стараемся делать мы все-таки в межсезонье, потому что эксклюзив приходит очень много времени. Конкретный эксклюзив, ну, типа такого чего-то. А серийку мы производим всегда и всеместно. У нас появилась новинка. Знаешь, какая новинка появилась? У нас теперь на всех эксклюзивных лодках будет стоять не только логотип Нельма, будет еще стоять логотип эксклюзив. То есть это как вот на дорогих автомобилях пишется, там серийка, например. То есть на всех лодках, которые мы выполняем для, как вид заказы, на них будет надпись эксклюзив везде. Вот. В этом году даже попросили с Сургута, попросили, чтобы я на лодке расписалась, представляешь? Начали просить, чтобы я эксклюзивно начала подписывать свои подписи, как бы дополнительно гарантия качества. И ты знаешь, это было приятно. То есть это как авторский автограф на лодке. Авторская работа. Да, авторская работа. Ты знаешь, вот, очень нравится, как сказать, вот, заказчики частные, потому что когда инсталлированно работаешь, все равно выполняешь основную серийную продукцию. А когда работаешь с частным сегментом, все-таки они что-нибудь да выдумают. У нас интересные заказчики в этом году. Какие бы только лодки не делали, но, честно скажу, я довольна очень. Вот. Ну, естественно, популярность все-таки растет. И знаете, вот в мелочах растет. Там вот добавила надпись, я ходила там как обезьянка и радовалась. Вот этой надписи, что теперь у нас есть как на дорогих автомобилях надпись эксклюзив. Еще раз, значит, напоследок, да? Размер, цена, плотность ПВХ, характеристики и вес. Так, ну, плотность ПВХ 1100, 315 длина, 146 ширина, диаметр баллона 40. А, плотность ПВХ 1100, еще раз повторяюсь. Гарантия также остается 3 года плюс 1 Зики, после регистрации, да, на сайте. Но, вот, но, выход на глиссер в течение 2-3 секунд, паёль на 1,5 секунды выходит. Вот. Еще какие вопросы? Вес? Вес 30, с расчетом будет 33 килограмма. 33 килограмма. Да? Двух вариантов делается, с надувными банками и с деревянными. Без разницы, можем и то, и другое сделать. Можем поставить и то, и другое. И здесь, вот, допустим, эксклюзивку на этих, весла крашены. Мы еще в комплекты, кто покупает, будет покупать эту лодку, еще дадим обычные весла, чтобы краска как бы не повредила. И еще в этой лодке, знаете, что самое смешное, мы ее сделали в виде шахмат. Вот, не знаю почему, наверное, потому что я купила такую футболку. Если честно. Здесь я покажу потом. Завтра будет футболка? Нет, я тебе сейчас покажу ее. Вот, но здесь самый прикол то, что шахматы. И мы сделали рем-набор, но, к сожалению, забыли его сюда приложить. В виде, знаешь, как шахматной фигуры. То есть, если человек поранил лодку, то есть просто клеит шахматы. Представляешь, что с фигурки шахматы клеит. Вот такой вот рем-набор. Коня. Да, коня. Там, Слава. Кстати, конь один стоит. А здесь я ферзя налеплю. Там есть пешка и конь. Вот так что. Ну, такой вот шуточный подход. Все, спасибо большое, Татьяна, спасибо большое за такой интересный рассказ. И надеемся, эти лодки людям понравятся. Дай и Бог. Пойдут они, как говорится, бороздить просторы рек, да просто водоемов. Вот. Спасибо тебе. Пока-пока. Чудо. Я ответила на все ваши вопросы? Да. Спасибо. Лопапуся. Это кто производитель? Немцы, да. Без углубления у них? Сейчас скажу, у них получается 1,8 это большая, а маленькая 1,2. 800 рублей. 45, 22, 60. Делается в Германии. Утилище производится в Германии. На бланк гарантия 10 лет. Фурнитура и кольца 2 года. У каждого утилища есть паспорт. Регистрируйте, если это гарантийный случай, бесплатно уезжает. Любой части. Если не гарантийный случай, то это получается платный. Значит, мы сейчас на стенде Carp Leader и случайно нашли название, конечно, интересное, Carp Leader, да? Думаешь, вроде бы карповые должны быть какие-то снасти, нашли. Есть приманки интересные, мегафасы,
типа 300-е, да, там бандосы у них также здесь присутствуют, там, ну, вот, и мы наткнулись на палочку. К сожалению, мы вчера ее не смогли, ну, мы не видели ее, поэтому мы ее не вставили в обзор. Палочка от Sportex, модель Нептун, если мы правильно поняли, да, вот здесь призубец Нептун. Эта палочка сделана в Германии, производители, соответственно, немцы, палочка сделана в Германии. Палочка, кстати, я что-то не могу понять. Она летает, Сережа, нет? А, нет, подожди, на ручке становится. Полуторачасник. Прям такой суровый полуторачасник. Да. Причем, да, чисто ручка снимается. Но заход, кстати, довольно-таки приличный. И бланк довольно-таки толстый. Бланк довольно-таки толстый, кольца силовые стоят, про гарантию вы уже услышали, качество довольно-таки неплохое. Ну что это неплохое, хорошее качество по чуйке, скажем, но не, конечно, не, если, допустим, по 10-бальной шкале где-нибудь, наверное, 8-9 баллов, 8, вот, построю удилище. Ну даже стенд шевелится, да, то есть вот под халками он загнется где-то вот так. Тоже как вариант, в принципе, палочка подходит для нашего видового. Вот. Под бандосы точно, возможно, я думаю, и агрессоры она потащит, 125-е точно. Ценник у нее, правда, уже там, по-моему, если мы правильно понимаем, 10-760. Мы сейчас еще у менеджера спросим. А можно вас на секундочку? У нее 10-760, да? Еще раз? А вот... Ценник данной палочки 10-760, конечно, кусается, но качество... Германия! Пойдем дальше. Одна сбалансированная, другая такая чисто троллинговая. Ценник 20. Я не помню точно, сейчас я могу сказать. Это модель точно, вот именно вот эта какая? Коробка это Лева? Лева Тора Бис, да. Лева Тора, на нем разные все, как бы. Лена, вот тут Бис только одна. Бис, да. Не, ну это вот большая линейка, разные скорости, разные емкости. Вот, вот, вот. Правые, левые. Вот именно вот эту. Вот. Ну да, это шестерка, 21 шестерка, 21 600. Это 600, да? Да, ну, шестой размер, пятый подешевле. А пятый насколько меньше? Ну, он чуть меньше. Вот пятый. А, ну слушай, вот это, наверное, тоже пойдет. По нагрузке, можно коробочка от нее? Да, конечно. А в цене сильно отличается? 1000 рублей. Вот это 20. Но нам поудобнее в руке лежит. Чуть-чуть, нам поуже, да? Ну, со спиннингом будет пофиг, вот так тоже ляжет. И у нее также идет двойная рукоятка. Это уже пятерка, да? Две ручки. То есть короткая это не сбалансированная троллинговая, а длинная это с дополнительным грузиком, чтобы если в заброс тоже ловить. Не маска, я так понимаю. Обязательно, конечно. Тоже 12 килограмм. 4,9 передатка, да? Угу. Вес не поменьше. Пойдем дальше. Хорошая вещь, но дорогая. Кто себя любит, кто... заброс, пожалуйста, что хотите. Кто себя любит, обязательно возьмет. Удачи вам. Мы стали делать из материала FV, а мир ПВМ, да? Но он не оправдал своих надежд по качеству. И, слава богу, вернулись обратно на этот материал японский. Это японский материал Тагава, да? Да, да. Он разбивает 7-19 нитей. 49 нитей. Титан, в том числе, они делают. Титан семижильный. Это чисто японский материал, вот он отвечает качеству лучше АФВ-шного, намного. Более того, тут ассортимент просто... То есть, Андрюш, получается, Тагава, это у нас, то есть, Верелин, просто и надежно. Просто и надежно – это девиз, да? Да, получается. Девиз. А Верелин – это, как бы, второй был какой-то ребрендинг после Тагава, да? Потом ушли от Тагава. Ну, мы хотели, да, начать такое брендирование. Верелин, прочная линия. Не
хотят нас так узнавать, все хотят нас видеть как Тагава. Мы вас хотят, пускай будет Тагава. То есть люди прям ищут Тагава, да? То есть, а когда, сколько лет назад, это, допустим, было все, ну, как Тагава? 11 лет. 11 лет? 11 лет. То есть на рынке вы уже с полотенцем? 11 лет. 11 лет, да? А в том году 10 лет праздновали. А меня не позвал. Друзья мои, мы сейчас находимся на стенде знаменитых производителей поводков Тагава. Это было на самом деле очень давно, многие помнят еще вот такие вот, ну, они только появились, наверное, на рынке после вольфрамовых поводков, вот такой красный материал, да, был, он и сейчас, в принципе, да, какой-то черный, красный, да? Это черный, рыжеватый, рыжеватый, да. Вот. Поводки отличались от вольфрама тем, что они реально мягче, то есть вольфрам и память у них не такая, как бы, да, то есть память у них меньше, да, вот материала. Меньше, да. Он очень плотно сплетенные нити, качественно прокрашены. Это японская компания, которая специализируется только на производстве проволоки. Красит в любой цвет радуги, в любую проволоку. Буквально там от 2 микрон, что ли, у них проволока бывает. Это вообще сталь получается, да? Да, да, это нержавеющая сталь. А чем они вот так полиправы-то? Ну, в принципе, вот реально, это же два разных поводка. Вот, и вот люди спрашивают, допустим, Илья, ну а чем они отличаются от полиправы, если это тоже стальной поводок? Полиправ вообще стратегический материал. Ты его придумал для поводков использовать, знаешь? Нет. Вор из завода, лампа, электролампа. Как говорится, кто, где работают, то и имею, правильно? Откуда вольфрам в народе за такие деньги взялся? В принципе, вольфрам поводок, а? Народный поводок, да. Ну, откуда? С советских заводов, откуда еще? Из чего еще делали? С того и делали, с того, что было. Ясно. Отличается он кардинально. Во-первых, стоимость, если ты начнешь из вольфрама делать, не воруя, никогда ты на эту себестоимость не выйдешь. То есть вольфрамовый поводок считается даже лучше качественно, что-то? Не лучше. Мне он не нравится, просто вот он очень с большой имеет память в себе, которую выпрямить практически там зажигалкой, там, потом, не знаю. Метод производства у него какой? У него петелька всегда в два раза тоньше, чем основа, потому что он сделан таким образом, что петелька формируется как половина основы поводка. То есть сам поводок толстый, а разрывная нагрузка – это половина его реальной толщины. Это петелька, толщина петелька. Но это все нюансы. Понимаешь, есть мировые лидеры в производстве проволоки, которые конкретно производятся для применения проволочных целей. Мы используем это. И правильно делаете. Да, и нам не надо искать альтернативных каких-то решений. Слушай, помимо, значит, вот этих поводочков, да, включатели, где мои. Помимо вот этих замечательных поводочков, которые, вот, кстати, вот используются из материала Тагава, да? Вот, у вас есть еще поводки из титана, да? Ну, вольфрам, не вольфрам, а это, значит, флюорокарбон есть у вас, да? И титан. Сейчас очень модно, стильно использовать, вот, блин, титан. Потому что он не имеет памяти, да? Он не заламывается никак. И лучше струны, правильно? Да? То есть, по сути, похожие. По эксплуатационным качествам, конечно, лучше. Да. Если недостаток этого материала, что он дороже. Да. Что такое титан? Титан – это в простонародье. Просто титан, чтобы было понятно. На самом деле это сплав никеля и титана в определенной пропорции. С каким-то минимальным количеством присадок для придания определенных физико-химических свойств. И плюс термообработка. Вот получается такой вот материал, который не имеет памяти проволока. Вы ее как угодно завязываете в узел, гнете, он распрямляется, получается прямой. Чем этот материал еще в плане рыбалки удобен? Его можно вязать узлом как угодно. Многие не любят обжим трубочкой. Говорят, либо мы не умеем, а вы неправильно сделали, либо он здесь сломается, или это дорого. Короче, говорят, это ненадежно. Не хотите, пожалуйста. Приобретайте комплект 2,5 метра молотого материала. Хотите, обжимайте трубочкой, хотите, вяжите узлом. Вот это я на стенде завязал за 2 минуты. Обычный рыболовный узел. А покажи, пожалуйста, как вот правильно вязать, потому что многие тоже спрашивают, но я даже, если честно, ни разу не вязал и придумывать, фантазировать ничего не буду. На самом деле, все просто. Сейчас я. По секрету мне уже вчера сказали, показали. Это один из методов. Просто продеваете, привязываете, как обычно, рыболовную приманку. Раз,
два, три. Конец продеваете сюда. Затягиваете. То есть прям смелее можно затягивать, как веревку, и все? Да, вот сколько хватит сил, все, затягивай. И он не порвется здесь? Нет, ничего не будет. Вот можем, что хочешь, подвесить, все, узел готов. Лишние кусачками откусили, и все. Обалдеть можно. Все, вот кому не нравится, не вяжите. Ну, это вроде не эстетично. Да? Не эстетично, сюда, пожалуйста, термоусадку одели, все. А петелечный еще покажи узел, ты мне вчера показывал, мы пожалуйста, забегали. Пожалуйста, сейчас покажем петелечный узел. Кто не хочет так, делаем петельку. Завязываем простой узелок. Ну не узелок, а делаем. Видно, да, все? Ты говоришь, что все видно? Угу. Так. И начинаем продевать сюда. Вот один раз продели, еще два раза. Видно? Раз продели. И второй раз сюда. Раз. Не видно? Все, вот у нас образовалась такая петелька. Давай, я на камеру. На фоне бумажки. Нужно сюда что-нибудь. Да. Это что же такое вообще? Кого мы рекламируем тут? Нормально? Угу. Давай еще раз смотрю. Сейчас я. Также сейчас смотри, попробуем развязать его. Да не, вот новый. Ну короче, развязать его тоже можно, эту петельку. Да можно, он не имеет памяти, да. Давай я попробую. Делаем простой узел. Кончик только побольше оставь, чтобы тебе вот здесь легче было. Все. Не экономь. Вот так, делаем простой узел. Ну, чтобы видно было большое, я сейчас покажу, да? А потом я его не затяну, да, большой? Не затянешь. Тогда нужно сразу формировать нам, да? Сразу формируем петлю. Петельки. То есть она у нас такая здоровая, что будет? Такая здоровая петелька. Теперь мы продеваем еще раз в эту петельку. Еще. И еще раз. И еще раз. Все, и в этом месте утверждаю, что здесь никогда отсюда ничего не выскочит, можно подвязывать гирю, пока сама, значит, эта штука, ну, сколько она выдерживает, столько она и выдержит. Потом если мы хотим сэкономить, то мы формируем петельку так, чтобы у нас здесь остался кончик 5 миллиметров. Это можно сделать, но уже не руками, а с использованием круглогубцев. Если вы делаете поводки в домашних условиях заранее. А, ну да, не как сейчас мы руками. Да, если на рыбалке, то просто руками. Вы тогда лишнее просто откусываете кусачками. Здесь у вас заранее одета термоусадочная трубочка. Но я покажу на примере просто обжимной трубочки, как будто. То есть термоусадочная трубочка, это которая под тепловой... По тепловым эффектам она обжимает. Да, либо это у вас просто кембрик, либо это у вас стопор, силиконовый стопор для поплавочных удочек. И просто вот эти два этих кусочка. Короче, кончик мы продеваем в этот силиконовый стопор. Кончик вы просто прячете, чтобы у вас эстетично было. Ну вот как будто это силиконовый стопор. Да, если это же обжимная трубочка, мы, короче, феном его нагреваем, и она его обжимает. Все. Да, термоусадка. Термоусадка, да. Да, все. Второй конец делаем так же. Вот у нас готов вода. Так же или уже делаем здесь застежкой, скажем так. То есть да, здесь можно застежку одеть. Можно, кто... Поводки настолько долго служат, что вы можете просто к петельке воблера это прикрепить. И у вас будет воблер со своим поводком. Без использования каких-либо дополнительных застежек, которые могут в ненужный момент... Слабое звено, да? Так, нормально. Это значит титановые поводки. Титановые поводки каких диаметров, какой нагрузки присутствуют, какой длины? Любые. Вот сюда сейчас. Давай просто какие-нибудь продолжим. Давай мы на
все взял, да? Абсолютно разные, короче, есть диаметры, абсолютно разные есть нагрузки. Вот смотри сюда. Вот диаметр и разрывная нагрузка. От 0,2 до 0,7. Вы их тестируете как? Завышаете или занижаете? Вот здесь там, смотри, тест занижен. Вот здесь он примерно совпадает. То есть чем больше, чем толще поводок, тем больше запаса мы даем. То есть вот этот 35 килограмм реально выдерживает где-то 41-42. Ну, это 100-либровый материал, он выдерживает 100 либров, 100 футов. То есть в реальности 45, но за счет того, что обжим трубочки, то есть изделие перегнуто, какая-то потеря прочности происходит, реально он держит 41-42 килограмма. Это джерковый поводок получается. Для спиннинга что могу порекомендовать? Это 0,3, 0,35, 9-11 килограмм, самые ходовые. Но это не для троллинга. Для троллинга мы, наверное, выбрали бы, наверное, что-нибудь вот 0,45 и, возможно, 0,5. Вот две позиции. Да, они 17, не такие 20 толстые, килограмм. На них облик хорошо будет заглубляться, меньше погрузить. Андрей, а фурнитура какая используется? То есть, что за производитель, насколько она надежная? Я постоянно отпускаю вертушки, меня многие уже загнобили с этим, я считаю. Ну, они просто не нужны мне для этого. Ну, просто расскажи людям, насколько они у тебя прочные. И, наверное, утопи меня, то есть уже, чтобы я их не отпускал. Топить я тебя не буду. Наличие или отсутствие вертушка решает сам рыболов. Если он тебе не нужен, если у тебя приманка не крутится, да, соответственно, он тебе не нужен. Ты его отпускаешь. Да? Он удобен, как колечко для привязывания лески, если ты просто привязываешь приманку. Если у тебя поводок, ты ловишь толстым поводком, и там петелька достаточно толстая, да, то тебе не составляет труда привязать леску непосредственно сюда. Если ты используешь тонкий нет, поводок... Нет, подожди, сюда нельзя леску привязывать. Сейчас чему научат моих подписчиков? Не слушайте его. Сюда ни в коем случае леску не привязывайте. К титановому еще можно, но только не к сплетенному. Сплетенный шнур, он как напильник, как наждачка, он перепилит. То есть мы изначально... Ладно, это я сам уже расскажу своим людям. Не слушайте его здесь. Костежечку. Я привязываю. Ничего страшного, я тебе лично скажу. Вверх ногами вязать это тоже гемор. Так, понимаешь, если хочешь, есть сварные кольца. Да, можно сварные кольца ставить цельные сюда заранее, чтобы к ним привязывать. Ты расскажи свой секрет, что у тебя за... Фурнитура с нормального китайского завода. Честно, прям так много. Я так скажу, мы с этим заводом работаем уже где-то 8 лет. Название бренда вам абсолютно ничего не скажу. Ну не надо, да, только сейчас бегут все тагавы. Ничего, этот бренд никакому в этом не скажет. Потому что это мегазавод, который делает под заказ фурнитуру, ну, для половины, наверное, европейских стран. Все ему заказывают, да. Под своими брендами все заказывают. Фурнитура абсолютно разная бывает по своему виду. То есть это застежки до лук или вот такие вот, которые... Простонародье называется как геморройные, да? Да, да. Простонародье геморройная застежка. Да. Вот это не та, вот. Они недорогие. Чем они отвечают? Они поддерживают наш девиз. Просто и надежно. То есть эта застежка 100% оправдывает все свои ожидания. Да, несет полный функционал. При этом она недорогая. Если это расходный материал, это расходный материал, то это очень важно для покупателя. На массовые, так сказать, изделия мы ставим недорогие застежки. А вот обычные, это... простые. Это тоже недорогая застежка. Это, если она тебя полностью устраивает, да, это только устраивает. Подтверждает наш девиз. Просто и надежно. Меня устраивает. Ни разу не подводила реально застежка. Самая любимая. Да, да. Очень, очень легко пристегивается в воблер. Вот здесь мне просто не очень нравится. Андрей меня сейчас опять топить будет. Ну, не очень удобно. Ну, не очень удобно все застегивать в воблер. Особенно, когда руки замерзли в холодных условиях. Я не спорю, эта застежка, более того, она более дорогая. Нам ее не выгодно ставить. Если вы голосуете за эту застежку, мы ее будем ставить. Надо проголосовать, только за голосовать. Голосуем. Да. Да, но в нашей линейке появились еще другие материалы. Вот ты, Илья, используешь
30 килограмм, да? Да. Вот эти вот. Да, да, а да. У нас появились еще 40, 45, 54. Это я не знал, да. Вот. Но вот эта застежка, которую ты хвалишь, да, угу. она держит реально где-то 27 килограмм. Вот так. Потом она начинает деформироваться. Ну, это сухая нагрузка, 27 килограмм. Ребята, 27 килограмм в воде, это что же надо? Да, это просто вот на ее на разрыв, на деформацию. Да, чтобы обеспечить нагрузку 40, 45 и 54, мы долго искали, нашли вот американскую фурнитуру вот такого типа. А, это уже американская фурнитура? Это американская, да. Там более высоколегированная сталь, она более упругая. Проволока более толстая. Эти застежки лучше держат. И вот на такие же диаметры мы предполагаем ставить такую фурнитуру, чтобы просто отвечать заявленному тесту. Странно будет, если поводок будет держать, например, там 45-50, а застежка будет держать 127. Но это неправильно. Молодцы, хорошо. Хороший, правильный подход. Что нам еще расскажешь? Какие у вас новинки, может быть, предвидеть? Что-то... Вертлюки? Вот сейчас. Про вертлюки, да. Вот расскажи про вертлюки, насколько они прочные. Опять же, вот на эти же серии поводков мы планируем ставить вертлюки более высокого качества, стальные, сделанные из стали целиком. Они могут быть даже абсолютно небольшого размера, но держат просто колоссальные нагрузки. Но маленькие не будем ставить, потому что они... Будут пугать людей. Да, они будут несопоставимы с общим размером изделия. Вот. Они просто еще, к сожалению, не дошли до нас из Америки. И... Тоже американские, да? Тоже американские, да. А на данный момент что мы... А на данный момент это те же самые китайские, латунные, обычные. Но они внешне могут выглядеть одинаково от разных производителей. Но одни разваливаются, а вторые никогда. У нас из второй серии. Никогда? Никогда. Надежно. Не, ну меня не подводили. И не было реально нареканий. Но, в принципе, ребята знают, что я в основном ловлю всегда... В последнее время перешел именно на поводки просто надежно. Не потому, что я что-то реально рекламирую, там еще что-то. Я ловлю на то, что мне нравится. Если бы мне не нравились, наверное, данные поводки, я бы, наверное, пошел бы на другой стенд, сделал бы видео про других ребят. Честно. Единственный недостаток у этих вертлюков латунных, что у них при критической нагрузке деформируется ушко. Оно вытягивается. Вот. Но заметить это может только тогда, когда вы тестируете изделие непосредственно на максимальную нагрузку, на его разрушение. На рыбалке у меня никогда эти застежки, вертлюшки никогда не подвергались. Ну я просто на всякий случай, как ты говоришь, если вдруг какой-то попадется бракован, это реально слабое звено. Мы же не знаем, бракован или нет. Каждый ты не тестируешь. Поэтому я его на всякий случай откусываю. Но я говорю, я сначала привязываю к основной леске застежку, и потом уже, вот я, допустим, откусил вертлюк, и потом уже цепляю сюда. Я показывал уже в видео. И потом уже цепляю сюда поводок. Я говорю, гимбр. Вот. Все. Вот здесь основная леска, здесь уже поводок, и с этой стороны тоже застежка. Сюда мы цепляем воду. Вот таким макаром я ловлю. Многие скажут, допустим, две застежки туда и сюда, но они реально очень мощные, поэтому я считаю, что если этот может развалиться, ну, это уже не развалится. Как-то так. А так, да, вот производитель реально доказывает то, что как бы вертлюки, если не хотите, не откусывайте, то есть они прочные. Просто при троллинге воблер у нас не крутится. Он идет ровно и ничего не перекручивает, он просто там не нужен. Вот. Если мы ловим на вертушке или на клебале, то да, вертлюк, конечно, необходим. Я могу прислушаться к твоей рекомендации и класть в пакетик с поводком дополнительное количество застежек для того, чтобы кому надо, пристегивали с обратной стороны вместо вертлюка. А, то есть сделать даже такой комплект без вертлюга, вот без вертлюга реально вот так, да? Не, мы сделаем с вертлюгом. А. Кому не надо, тот откусит и прицепит. Застежка, тогда вот застежку под дивером. Застежку под дивером. Тогда назови тогда поводок. От дивера. Переделка по диверу. Да, переделка. Ладно. Длине поводков. Придумайте сами название тогда. А цена подорожает или нет? Не особо. А то скажут, вот дивер придумал, а и все. Надеемся уложиться в ту же самую цену. И забарыжили. Ладно, все классно, замечательно. Что-то я еще хотел. Вот еще что. Что у тебя нового? Предвидится планы? Может, секреты какие-то? Может быть, что-то в ближайшее время там интересное? Ну, из новинок, что у нас в этом сезоне уже вышло, это поводковый материал. Какой материал? Поводковый материал. А, поводковый. То есть отдельно, что можно вязать самому? Да, отдельно. Это позволяет... Очень много людей приходит, кому нужны нестандартные длины поводков. Вот, казалось бы, у нас огромный ассортимент, но обязательно найдется человек, которому нужно вот именно конкретные разрывные нагрузки
проводов той длины, что у нас нет. Отправляем всех в самоделки. Товарищи, берите материал, делайте сами. Благо, или трубочками он обжимается, трубочки идут в комплекте. Не нравится трубочка, мы вяжите узлом. Как вы знаете, узлом мы показали. Что еще из новинок? Из новинок я показал еще что? Толстые семижильные. То есть теперь уже мы будем ждать в магазинах именно очень мощные, очень прочные поводки. Это будут как плетеные поводки, да, вот да, такого плана? Семижильные. Вот такой семижильный, да. А титановый самый толстый сколько чего держит? Титановый самый толстый 0,7 держит 40 килограмм, касались мы этого уже. Они используются больше для джерки поводки. Там, где нужна мощная рывковая проводка, приманки по 150 грамм, колоссальные нагрузки. Там жестко зафиксирована застежка. Таким образом. Как получается, типа даже как струна. Изделия очень популярные. Колдуешь? Наколдовал. На него теперь можно поймать трофей. Это заколдовано дивером? Это выставочный образец, размер голова. Трофей вот так вот сделаем. Ну и для троллинга мы используем поводки длинного плана. Это где-то от 50 до метра. Даже полутораметровые можно поводки использовать. Чем длиннее, по идее, тем лучше. Игра в оберы больших приманок никак на это не повлияет. Но мы зато, я уже делал это видео, вам рассказывал. Еще раз повторюсь, если вдруг, допустим, воблер переходит какие-то бровки, да, какие-то перепады, или, допустим, ну, лежит, к примеру, там на дне бревно, и оно облеплено ракушечником, чтобы, допустим, обеспечить сохранность нашей плетенки, нам для этого нужны именно длинные поводки, которые, ну, хотя бы вот эти вот первые, скажем, метр мы обезопасим. Понятно, допустим, если бровки большие, я об этом уже говорил, допустим, высокие стены, так называемые, там, допустим, стены бывают там и трехметровые, то, конечно, нам поводок не поможет такой. То мы все равно периодически должны проверять свою плетенку на берегу, допустим, ну, после 5, после 3 рыбалок. Чем чаще, тем лучше. Просто развернули, допустим, и первые 7-6 метров плетенки мы проверили на момент повреждения, на момент перетертости порезов плетенки. Вот. Но если не ставить поводок, то вот эти первые метры, они, особенно даже первые, там, скажем, даже там, не знаю, там, ну, скажем, хорошо, первый метр, он очень часто повреждается. Потому что небольшие перепады, небольшие бровки, они постоянно присутствуют под водой. Вот. Поэтому мы используем, я говорю, где-то вот мой любимый размер, это вот метровый поводок, 30 килограмм. Нормально справляется, и самов мы дергали там прилично. И вообще никаких проблем не испытывали. По джигу я использую поводки или вот титановые. Кстати, сейчас мы тоже хотим активно использовать титановые поводки. Непосредственно Сергей Базаров ловит тоже на титановые поводки, но он на коротышиловые. Да, Сергей? 50. 50. 50 сантиметров. На 0,5 я ловлю. Вот, поэтому, как бы, да, кому как удобно, наверное, так и используют. Люди представляют тут разноплановые поводки и для твичинга, и для вертлюжков, и на вертлюжке ловить, и на колебалочке можно ловить, и джерковые поводки, то есть, как вам уже показали. То есть, ребята реально делают большой ассортимент разнообразных поводков. Все, я тебе бардак навел, Андрюш, сам ты берешь. Ну вот такой небольшой ликбез у нас со стенда Тагава. Многим он известен как Тагава, как просто и надежно, как Верелин. Это все одни и те же самые люди, как вам уже рассказали. И делают довольно-таки качественные, недорогие поводки, которыми мы сами пользуемся, реально ловим на них. И можем их вам рекомендовать.